За 5 месяцев 2021 года по трассам Северного морского пути перевезено 12,8 миллиона тонн грузов. Северный морской путь проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. Границы СМП простираются от Карских ворот на западе до мыса Дежнёва на востоке. Протяженность СМП может составлять, в зависимости от трассы, от 2,5 до 3000 морских миль. В акватории Северного морского пути расположены 6 морских портов: Сабетта, Диксон, Дудинка, Хатанга, Тикси и Певик. Наиболее крупный из них – порт Сабетта. Грузооборот порта Сабетта с учетом терминала ворота Арктики составляет около 80% от общего объема перевозок по СМП. В основном это сжиженный природный газ завода Ямал-СПГ и нефть Новопортовского месторождения. С 2014 года грузооборот по Северному морскому пути значительно вырос с менее 4 миллионов до почти 33 миллионов тонн. А в 2016 году объем грузоперевозок превысил советские рекордные показатели 1987 года, когда по СМП было перевезено 6,7 миллиона тонн. Также вырос и объем транзита по СМП. Транзитные перевозки в 2020 году составили 1 миллион 280 тысяч тонн, превысив рекордные показатели 2012 года. А количество транзитных рейсов увеличилось с 23 до 62. Доля транзитного грузооборота с 2015 года постепенно растет. Вместе с ростом грузооборота портов Северного морского пути выросла и их доля от общего грузооборота морских портов России с 0,6% до почти 4%. А порт Сабетта вышел на 8 место по грузообороту. Посмотрим на перспективы развития СМП. Основная грузовая база СМП к 2024 году будет формироваться в основном за счет 5 крупных проектов, 2 из которых уже реализованы. Это ворота Арктики, единственный в мире арктический нефтеналивной терминал, и Ямал-СПГ, который вышел на полную мощность в 2021 году. Три других – Восток Ойл, Арктик СПГ-2 и Сарадасайское месторождение угля – уже реализуются. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайк и пишите в комментариях, сможет ли грузооборот вырасти к 2024 году до 80 миллионов тонн и выполнить указ президента.